Ситуацию на Донбассе и в Крыму обсудят на 73-й сессии Генассамблеи ООН. О том, что соответствующий пункт внесли в повестку дня Генассамблеи, президент Украины сообщил на своей странице в Фейсбуке. Петр Порошенко уверен, что это поможет донести правду мировому сообществу о трагических последствиях оккупации Крыма и агрессии на востоке страны.